Ого, что это такое? Так это же упаковки. Они хорошие. А вот внутри часы, калькулятор, 3 плюс 0, плюс 3, плюс калькулятор, ножницы 5, плюс строение 4, 4 плюс. Это LG 7 телефон, 4 плюс. Открываем сначала часики. Упаковщик номер 7. Продолжай, возьму. Смотрите, какие классные часики. Эти цифры, как у нас на этажах. Вот они на часиках. Вот, смотрите. Слышите? Тут сдает звук часиков. Они работают. Упаковку положим туда. Алан появился. Теперь распакуем калькулятор. Три плюс калькулятор. О, он оказывается не коричневого цвета, а зеленого. Смотрите, солнечная зарядка черная и цветочком он оказался. Кто-то его приклеил, видимо. Он вчера был вот такой. Но он стал вот такой. 9. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, 8 чисел только берет. От калькулятора туда уберем. А теперь будем распаковать ножницы. 5+. Для 5 лет, но мне 6. Распакуем ножницы. Дом первый, строение 7. Перевернем-ка наши ножницы. Подождите, я пока переворачиваю. Что тут написано? По-любому 5+, но еще ножницы не видели. Распакуем. Отлично. Какой же они цвет? Да, я угадала, они зеленого, как и на картинке было. 2-1. А теперь распакуем телефон. 7 LG. 4+. От 4 лет. Какого же он цвета? 7 LG. Белого. Как я не люблю. Он, кажется, работает. И я тут чего-то непонятного добавил. Кротиков даже удалил. А этот мусор не знаю, куда девать. Ну, по-любому, выкинем на свалку. Мусоровоз увезет. Всем пока.